Добрый день. Мы сегодня совершили плановый объезд по району Даркалаха. У нас сегодня в 5:30 утра решением было открыто пункт временного размещения в ГПТУ-16. Посмотрели, насколько быстро он развернут, как сегодня стоит его материально-техническое оснащение и орг-вопросы. До 200 человек мы готовы будем принять на этом пункте временного размещения. Посетили пункт дислокации МЧС и ГИМС на Пристанской улице. Ну и посмотрели район Пристанской, Даркалаха, вот как идет у нас сегодня ситуация на воде, ледоход. У нас сегодня фиксируется в случае необходимости открытия ПВРов в Тулагино-Кильдямском наследии, в Табаге. В случае необходимости в течение 20 минут мы готовы их развернуть, вся техника и люди готовы в круглосуточном режиме. В 3 часа ожидаются взрывные работы в районе Кангаласов.